рядом с банями, вот, идем в метро. Метро в Анкаре выглядит пустынно. Нет толпы входящих и выходящих, почти как в Самаре. У всех машины и мотоциклы. Зачем на метро-то ехать? Блин, про метро я, скорее всего, отдельный видос сниму, так что не обессудьте. Здесь метро мне понравилось. Смарт-банка и мини-банка. Вообще очень пустынно, как будто оно заархивировано. Что-то не получилось купить билеты, для монет вообще заклеена дырка, карту не принимает. Вот произошла забавная история в метро с этой картой. Все-таки купили карту, там единственная банковскую карту не принимала, монеты не принимала, только одну единственную купюру в 10 лир, и она у меня была. Короче говоря, купили за десятку эту карту, там было 3 поездки в итоге по 3 лиры. Я по карте прошел, а Аня не прошла, потому что нужно сколько-то времени, чтобы прошло, чтобы второй человек зашел по той же карте. В итоге второго человека полицейский пустил бесплатно. Вот такие гостеприимные все-таки турки. Могли бы сказать: все, извините, камеры стоят, не можем пустить. Как так? Как же можно экономику Турции на 3 лиры подшатнуть? Так, не пойдет, ребята. И парень едет на метро, а эта пруга пусть или ждет 15 минут, или на автобусе едет. Ну, вообще в метро весело оказалось. Тут тьма переходов каких-то. Больше ходишь, чем ездишь. Смотрите, схема метрополитена. Если честно, мне неловко тут немного снимать, так народ посматривает. Вот под схемой челы сидят, я стал схему снимать, они так обращают внимание. Факт, да, для 5-миллионного города, для столицы сейчас 5:30. Даже в воскресенье очень мало людей. И поезд редко ездит, по сравнению с Питером, там, например. Метро позитивно оставили впечатление, в общем, обычное от метро. Не грязное, не чистое, обычное, быстрое, все дела. Народ зырил, конечно, на нас. Сходишь в вагон, все так, фух.